Охренеть. Автодор Москва. Стоит в маске, в респираторе. Разливает непонятную жидкость. А вы в курсе, что вы разливаете? В курсе, что поливаешь? Ты в курсе, что ты поливаешь? Что это такое? Что за жидкость? Почему у тебя респиратор четвертого класса защиты? Это ты чем поливаешь таким? Что? У меня, да. Я смотрю, чем он таким поливает. Обработка проливки. А почему респиратор? Ну, ты поближе подойди. А? Пахнет. Ну, а что там? Ну, мы по 5 часов здесь ее будем. Да я понимаю, а что за жидкость-то хотя бы? Да фу, бля, это ж кислота какая-то. Есть состав, там что-то. Охренеть. Короче, это кислота. Вот народ вдыхает вот эту херню, вот тебе химический пневмонит, блядь. Фу, ужас, блядь. Скоты народ травят, блядь. Просто пиздец какой-то.